Привет, подписчики! Решил записать такое видео, специальный отдельный видеоролик с отзывами о моей работе. Небольшое вступление, буквально тут на пару минут. Зачем я это делаю? В моих прошлых старых видео много очень было отзывов о моей работе, о работе моего партнера Владислава из Киева, из Украины. Но вновь пришедшие люди, которые интересуются какими-то машинами, легковыми, грузовыми, видимо, им как бы или лень посмотреть, или они не знают, как это сделать. В общем, я решил сделать отдельное видео. В этом видео будут показаны не все отзывы, а, на мой взгляд, наиболее, ну, хорошо заснятые при дневном свете, чтобы было видно человека, было видно машину. Вот. Такое вот видео специально делаю, чтобы было на канале. Пусть оно лежит и для всех, кому будет интересно со мной так или иначе как-то повзаимодействовать, я думаю, будет полезно. Поэтому всем приятного просмотра и хорошего вечера. На связи. Всем здравствуйте, добрым людям. Особенно пламенный привет Игорю. Наконец-то я получил от Игоря вот такую посылочку долгожданную. Вот. Ну, уже грязная, конечно, но у нас вот такая погода. В Луганске, если что. А машина мне понравилась. Все, как договаривались, все тут. Такие есть. Уже покатался, все отлично. Вот. Всем доволен. Спасибо Игорю большое. Ну, есть тут два небольших, говорю, минуса, конечно. Не положил свой логотип, который обещал. И ленточки на кузове нету с бабочкой, как договаривались. Ну, это шутка, конечно. Ну, а так все нормально. Вот. Самое главное, я доволен. Вот так. Все, спасибо. Игорю большое спасибо. Пока. Хочу виразити слова вдячності парням Владиславу і Ігорю за те, що знайшли мені, подобрали такий хороший автомобіль, доставили його в Україну. Хлопці працюють дуже професійно, всім рекомендую. Хочу сказати для тих людей, хто переживає там, чи мов, зв'язуватися з хлопцями чи ні, зв'язуйтесь і не переживайте, не пошкодуєте. Доброго дня. Машина вже в Україні. Я її довго чекала, але вона прийшла прекрасна. У мене розмитнення вийшло дешевше, тому що її оцінили в Україні дешевше. Спасибо хлопцям. Дуже-дуже велике спасибо, тому що хорошо працюють і мені сподобалося з ними праця. Дякую. Вони все чесно всі говорили. Навзаєм. Дякую. Зараз я вам покажу машину. На собі ще Outlander. В дуже гарній комплектації, шкіряний салон, 3-літровий бензин, бензин-газ, V6. Просто машина супер. Добрий день, Влад, Ігор. Машинка вже на українській реєстрації. От номерочки. От. Все, спасибо вам большое. Всім рекомендую обращаться за машинками з Європи. Только к автократии и к Игорю из Вильнюса. Всем хорошего дня, спасибо за вашу работу. Все оперативно, все ясно, все прозрачно, все очень-очень хорошо. Все, всего хорошего, пока. Очередная благодарность Игорю Игоревичу за подбор мотоцикла. Долго выбирали, долго ждали, но в итоге все получил, оформил. Катаюсь довольный. Мотоцикл пушка. Просто. Пригнанный с Англии в Литву. С Литвы. Дальше. Игорю отдельное спасибо. Будем работать дальше.
Дождался я свою тачку, прислали наконец-то. Первые 10 метров проехал нормально вроде, не заглох. Вот, очень сложная конструкция тут, конечно, с педалями. Вы, наверное, в жизни такого не видели. Наталья? Ну, я довольна. Пока месть я довольна. Спасибо за такое четкое, ясное сопровождение, что вы не откликались на все мои вопросы, что вы все объясняли, проводили, даже когда у меня уже руки опустились, все спасибо, Игорь, он поддерживал. И вам спасибо большое, потому что вы тоже, в принципе, по телефону все четко, ясно, все, весь алгоритм, как что делать, все объясняли. Спасибо. Так вот, в принципе, я довольна. Это то, что я видела, то, что, в принципе, мы хотели. Спасибо. А теперь мы вам покажем шикарную машинку. Откройте ее, пожалуйста, Renault Grand Scenic 2010 года. В шикарном состоянии. Вот такая машинка. Все, спасибо, пусть радует. Здравствуйте, Инесса. Здравствуйте, добрый день. Большой привет Игорю и Владу. Спасибо большое за их хорошую работу. Мы очень довольны. Нам все очень нравится. И если можно, мы будем обращаться еще. Нужно. Покажу вам машину BMW X3 в шикарной комплектации. На бежевом салоне с деревом. Двухлитровый дизель. Просто ни одного подкраса. Машинка мега супер. Огонь с Германии. Все. Отправляем наших счастливых клиентов в терминалы. Добрий вечір. Дуже гарно дякую Ігорю і Владу за професійну роботу. От в 10 годин навіть видали мені машину. Взагалі круто. Повністю не крашена. Я дуже довольний. До зустрічі. Дякую, Тарас. Вот получили автомобиль. Спасибо Игорю. Все нормально, все как обещал. Все в целости и сохранности. Спасибо. Вот пришла машинка, блин. Долгожданная, блин. Привет, Игорюхе, привет. Андрюхе. Короче, покупкой доволен как слон. В принципе, Игорюха как рассказывал, как показывал, так она как бы и прибыла. Все как бы так и есть, как рассказывал, все именно четко. Так, в принципе, все именно устраивает, как и ожидалось, блин. Именно огромное спасибо. Желательно, конечно, чтобы в машинах, которые отправляются, был какой-то список с такими мелочами, блин, там в бардачке, чтобы люди как бы знали, что должно лежать, и те, которые будут что-то воровать, как бы боялись, потому что есть список. Это было бы неплохо. А так, в принципе, нормально. Все хорошо. Всем спасибо, всем привет, респект и уважуха. Леш, привет. Привет, Игорь, привет, Влад. Очень приятно работать с ребятами. Да, срок чуть-чуть задержали, но не из-за проблем Игоря и Влада, потому что действительно есть проблемы в Литве, есть проблемы в Беларуси, есть в каждой стране проблемы, у нас тоже война идет. Но очень приятно, что все-таки машинка приехала, я ее забираю, я рад и счастлив. Я ее ждал более 5 лет, я копил на нее. Поздравляю. Следующая будет уже Кодиак. Да, супер. Спасибо огромное, подберем. Игорь, Влад, привет. Удачи, счастливой дороги. Спасибо. Всем пока. Ну, я доволен своей покупкой, все нормально, все как показали, рассказали. Спасибо за все. Все, ребята, спасибо. Работают оперативно. Слова были неподготовлены. Огромное спасибо Игорю Игоревичу и Владиславу за подбор, покупку и доставку моей машины. Есть на нашем свете еще нормальные люди, которые адекватно себя ведут и исполняют взятые на себя обязательства. Николай, расскажите. Добрый. Как вам машина, как услуги? Отлично. В принципе, это одна из первых машин, купленных по этой программе.
так называемой компании. В принципе, пока я по Киеву ездил, машина доволен. Никаких, как говорится, боков я не вижу. То, что заявлено было, Игорь указал недостатки, они все подтвердились. Завелась спинка, расход пока не смотрел, но я думаю, что по сравнению с той машиной, что у меня была, Opel Kadett, это, конечно, ракета. Поэтому спасибо большое Игорю за его работу, Владу за его работу, что он столько нервов тратил у нас. Ну, цель поставлена, задачи определены, все должно быть хорошо. Спасибо, пусть радует. Все, удачи, давай, на дорогах. Да. Я думаю, это не последний еще у нас контакт с вами. Супер. Будем работать. Спасибо. Всем привет. Спасибо Игорю и Владу за качественный автоподбор автомобиля. Спасибо Игорю за четкость и честность в подборе. Спасибо Владу за сопровождение машины по Украине. Советую ребят, очень хорошо выполняют свою работу, четко и красиво. Смотрите, в общем, пригнали мы машину Руслану. Руслан, мой подписчик, давно за мной наблюдает. Показали ему сейчас все подробно. Колеса запасные в багажнике, машина целая, невредимая, доехали нормально. А совпали ожидания? Да, все нормально, спасибо тебе. И всем советую этого человека. Я рад, что мечта сбылась. Да, мы вчера приехали, взяли у Руслана деньги, поехали обратно в Вильнюс, забрали машину сегодня, и сегодня опять ему пригнали уже в Латвию, в Ригу на работу. Все нормально, машина на месте, деньги хозяина. Деньги потрачены, да. Да, все нормально, можете не сомневаться. Все нормально. Человек надежный и как бы первый раз увидел, ну... Ну, вживую первый раз увидел. Да, раньше только по видео. Можете не сомневаться. Спасибо тебе. Все, спасибо тебе. Счастливо вам. Да, все. Если что, буду обращаться. Спасибо, что подобрали нам машину, пригнали. Я получил, доволен. Хорошо, что если получится это за один день, я надеюсь, так и получится. Большая благодарность. Все. Я рад, что с вами сотрудничаю. Спасибо вам. Давайте я покажу машину. Volvo V60. 2014 год. На механике. На двух будем? Давайте на одной съездим. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Наконец-то долгожданный аппарат. Немножко задержалась, да. Но, слава богу, все решилось. Все довольны. Ребятам большое спасибо. Сработали на отлично. Ну, что могу? Порекомендовать могу? Могу порекомендовать. Спасибо. Ребята классные. Спасибо. Спасибо. Пусть радует. Машинка очень хорошая. 14-й год. Шкода Октавия в универсале. Такой салон в шикарном состоянии, супер. Что буду еще хочу сказать? Скажите пару слов. Спасибо хочу сказать вам, Влад, Игорю, за машину, нам понравилось. Красотка, ну мы ее помоем, придем в порядок. Спасибо за вашу ответственность, да, главное, что ответственность не кинули. Мы это рекомендуем, респект. Пожалуйста, обращайтесь к вам, всем рекомендуем. Все, спасибо. Покажу вам машинку. Opel Insignia. Вот такой Insignia. Надеюсь, будет служить верой и правдой. Только так. Все, пусть рад. Так. Привет, Тарас. Привет. Хочу подякувати тобі, Влад, Ігореве, Болту. Всім велике спасибі за хорошу машинку. Ну, проїхав 20 кілометрів по місту, тільки одні позитивні емоції, так що рекомендую. Дякую, Тарас. Навзаєм. Покажу вам машину. Супер. На кожі двохлітровий бензин. Давай, я дай. Просто супер. Вітаю замовника. Привет. Привет. Хочу сказать огромное спасибо Игорю Игоревичу, Владиславу за вообще проделанный весь труд, за хорошо подобранную машину. Все на высоте, рекомендую. Так что заказываем, ставим пальцы. Все, спасибо. BMW троечка, немка. Ой. Супер.